Международная группа ученых под руководством биолога Джоди Уэкстера из Сиднейского университета установила, что большой барьерный риф у восточных берегов Австралии за последние 30 тысяч лет 5 раз оказывался на краю гибели из-за изменения внешних условий и вновь возрождался. Исследователи проследили судьбу рифа по буровым кернам, полученным на разных участках суши и моря. Коралловые рифы могут казаться стабильными, неподвижными системами, но они способны перемещаться, когда условия меняются, хотя и медленно, рассказывает Джоди Уэкстер. Во время ледникового периода уровень моря постепенно падает. По мере того, как береговая линия отступает, риф следует за ней. Когда уровень моря снизился в последний ледниковый период, он обнажил и убил риф в некоторых местах. То, что было под водой, стало сушей, береговая линия мигрировала на восток, и там начал расти новый риф. Массовая гибель кораллов из-за понижения уровня океана в истории Большого барьерного рифа случалась дважды, около 38 тысяч лет назад, во время ледниковых максимумов. Рекордно низкий уровень океана в этом районе наблюдался примерно 21 тысячу лет назад и был на 112 метров ниже современного. Чтобы риф возродился, коралловые полипы вынуждены были мигрировать примерно на километр от побережья. Еще два гибельных события в истории Большого барьерного рифа связаны наоборот со значительными повышениями уровня океана во время таяния ледников. Такое случалось около 17 и 13 тысяч лет назад. Исследовав ископаемые кораллы и водоросли в буровых кернах, исследователи выяснили, что в эти моменты наблюдалось снижение темпов роста рифов. Уровень моря начал быстро расти, и в нескольких случаях сочетание повышения уровня моря с увеличением потока осадков, как мы считаем, фактически привело к упадку рифа, говорит Джоди Уэкстер. Мы могли видеть, что рост замедлился до такой степени, что сообщество кораллов изменилось и полностью переключилось с мелководных быстрорастущих форм на более глубоководные виды. Наконец, около 10 тысяч лет назад риф снова оказался на грани исчезновения из-за большого количества поступивших с суши осадков, когда воды океана затопили часть восточного побережья. По мнению Джоди Уэкстера, понимание порога выживания рифа в течение последних 30 тысяч лет важно для прогнозирования ситуации и защиты рифа в наши дни. Имеются убедительные доказательства того, что после европейской колонизации произошло значительное увеличение потока осадков и питательных веществ в лагуну Большого барьерного рифа, так что это постоянный вопрос, вызывающий озабоченность, сказал он. Хотя Большой барьерный риф показал замечательную способность реагировать на изменения уровня воды и температуры поверхности моря, изменения, с которыми риф сталкивается в настоящее время, являются куда более экстремальными и быстрыми, чем когда-либо прежде. Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.